Да я нажал, готов, блядь. Дима не нажал. Не, просто я нажал, но потом опять нажалось. Еще раз нажалось. Оно меня подставляет. Это не сильно напиздячит вообще. А что, у вас запуск начался, а у меня что-то нет? Да. Запуск игры, у меня написано, все игроки готовы, и нихуя не происходит. Вот теперь пошла загрузка уровня. Теперь загрузка игровой логики. А кто у нас хост? Я. Вот ответ. Мы не можем к тебе подключиться. Сейчас он прогрузится, и все будет. Эпизод 2. Иерусалим. Ну так, пацаны, там должен быть Иисус. Молитесь Иисус, своим богам. Там Моисей и где-то Сусанин бродит. Откуда Сусанин тоже взялся? Да ёбаный, они люди. Они в те времена все ходили, хуй знает. Сусанин из будущего припиздил. Не, что то, что это кводил народ. По ебеням. Правильно. Стадо барана водить только и надо. По ебеням. Как хуёво прорисован вертолёт. Нормально. Не дали и хуже. Ну да, в годах так. В 2000-х. Another day in fucking paradise. Get behind us, dog. Увидите пушку FN Fal, не берите, пожалуйста. Ну подумает над вашим предложением. Не, вопросов никаких. Кто, блядь, мне в спину только что напихался? Я. Думаю, почему не ебнуть Диму в спину? А тебе только Fal нужен? Да. Там же еще есть пиздата с таким же режимом огня. Ты чё встаёшься? Ну лежи! Без ноги хуй. Чё ты встаёшь без ноги хуй, блядь? Нормально. Встань и иди, даже если у тебя нет ног. Так, ты заебал! Больной ублюдок. Стоит использовать эту хуевину. Тут весьма сложная деф. Да-да-да. Так. Куда вы поставите электросетку? Нахуй себе поставь! Так, лезть они будут здесь. Поэтому я въебу где получится. Она уже стреляет таки. Дробашек. Бля, мне бы этот... ППшку нормальную. Нет ничего, сейчас... Давайте начинаем. Начинаем. А кто еще не начал? Тут охотник где-то. Ой, блять! Вонючий, сука! Тут танк. Был. Ебать, они бегут. Неожиданно как, а? Зачем они это делают? Тебе вот такая нужна штука? Видимо, они спортсмены, Викс. Ебать, взлетают. Да. Я этого же качаю. Отлично. А ты на этот самый, на контроль? А я оба качаю. О, как она на контроле. Я верхний вообще изначально брал. Эй, блядь! Подрывник, сука! Перезаряжаю турельку. Мне понравилось тем, что она вот и одиночными классно лупит, и, в принципе, автоматическим режимом неплохо. Ну, разброс небольшой. И звук у нее пиздатый. Контроль толпы, вот что самое важное, блядь. То, что она их отбрасывает, она их, блядь, шарахает там, до куски, блядь, разрывает.
Пацаны сзади что-то подали. Сзади дохуя лезут, а, мне положили. Блять, кто лег? Ай, я лег. Уже встал. Отлично. Гасите, который около. Да режу уши. Надо перезарядиться. Я за патронами все равно шел. Я тоже. За сзади этот самый. Охотник. 11 патрон, блять! Не хотел бы вас расстраивать. А, уже похуй. Ну и не расстраивай тогда. Раз не хотел. Да он что-то подзавис наверху, я вот перестрелял как свинью. Не заезжай турельку, пацаны, прикройте. Это, короче, шашлычники, пацаны, выбежали на нас. Шашлычники. А поедим шашлычка в коронавирус. Нормально, поели. Кто-то по барам шлялся. Сейчас шляется вроде. Бары закрыты, ты чё? Давай, плезьте, ублюдки, куда-то вы лезете. О, говнари. Ну чё, как он сошёл? Шраб, найдёшь такую же... Кто там по мне пихает? Скажешь. Ну, мне тоже просто скачать надо. И, как я уже говорил, я на ялбе этих качаю сразу. Ну, чтобы потом выбрать уже, какой лучше будет для меня. Ага. А этот мужик с нами бегает все еще? Нихуя себе. Да. Иди нахуй отсюда, еврей местный. Автоматический пистолет. Местный еврей? А посмотри, а у него что, шапочка еврейская? Да. А тебя не смущает, что мы в Израиле? Ну, немножко, немножко. Ну, так, чисто по фану. Ладно, я против евреев вообще ничего не имею. Ну да, и негров также, и в принципе, да, и ненавижу только две вещи. Ты же помнишь? А здесь есть черные... Есть черные зомби? Кто-нибудь видел их, нет? Да хуй его знает, по-моему, нет. Да, все, по-моему, черные. Грязные, немытые. О, один встал. Да. Кто, блядь, с двух стволкой бегает? Я. Давай туда ебану. Вдаль! А куда идти-то, я не понял. А, вниз. Тут есть проход. Бежу в стволкой и въебало. Хуяк, хуяк, еще хомяк. Да, не, она вблизи очень даже. Единственная ее проблема, то что она все-таки двухсловка. Да. И это не двухсловка из Дума. А чем тебе двухсловка из Дума? Ой, блять, положили! Это не двухсловка из Дума. Да ну нахуй, пацан Трэй, вы чё? Как спуститься отсюда, блять? Я уже иду, блять, я не туда иду. Да там лесенка, блять! Как тебя поднять-то, блять? А, надо сначала вниз спуститься, потом наверх. Ой, я что-то нашел. Тима. А я думал, ты его нашел. За 30 лет-то можно найти. Ну или около. Сколько тебе? Чё? Ладно. Проехали. Пацаны сидели возле машины, молились. Там антимат винтовка, видели, да? Где? Нет. Я возьму, у меня нет. Там пометили. Ага. Бля, она далеко. Пизду. Да она, блядь, недалеко, она вниз спускаешься, опа, винтовка. Бля, пойду возьму, ладно. Бля, не буду убирать, ну нахуй. Бля. Пиздец ты. Что далеко. Она реально была близко. Да, где? Я вижу! Да, вот так бы сейчас и пошел туда брать ее, вот эти типа зомби меня зажрали. Зараза! Ебать, ты ее расхуярил. Ну, перезаряжайся, урод! Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты!
Стоп, он пидора этого пиздит. А, ну и хуй с ним. Да не совсем. Блять, меня захуярили зомби. О, спасибо, Дима. Так, я вроде... Нихуя себе, ты со стима поднимаешь сразу. Что? Вообще топ. Пол хп. У меня по патрикам вообще полный швах. Ну, мне закончил патронов. А я экономлю, я не стреляю. Я так прохожу на прогулке. Пусть эти плебеи работают. Ясен хуй. Куда лезешь, шлюха? Шлюха, проститутка! Я не убиваю тебя, хотел из двухстолки. Ну ладно. Какие кровища. А как вы вниз спустились? Просто, блядь, идешь и спускаешься, чувак. Ну... Что за странный вопрос? Все, я уже нашел. Блин, так, у меня мужик не бежит, он слишком тяжелый. Чего там, блядь, забились в угол? Ну там думали стволы. Кстати, а жопу этой израильтяночки, ты ничего там. Вот, только дошло. Да какой израильтяночки? А-а-а! Так... Тюминой. Нет, это Дима за израильтяночку играет, смотри. А чем мне сейчас будет интересно, почему если подразумевают автоматический пистолет, то это всегда Глок? О. А ты знаешь другие автоматические пистолеты? Ну вообще, да. Даже Беретта умеет. Стечкин, Береты. Нет, это все от Лукава, Глок. Глок же одна из, ну, в плане оружейки, одна из самых молодых, блин, компаний. Денег много игроделам платят. Они наоборот и должны. Вообще-то наоборот. Да. Может, слишком дешево стоит, поэтому и везти Глоки? Да не, ну где платят, а где не платят, на самом деле. Так, а, Стим, подожди, кому? Они же... Викс, ты чё, подожди! Поздно. Бля. Ой, блядь! Я долбоёб, тут мины. Подни, Дима, да, подними, да, подпускай, да. Дима, пускай. Дима. А там мины! О, спасибо. Всё было. Так, давайте назад чутка отступим. Согласен. Патроны. Вот что и фэнфал животворящий делает. На контроль. Да, блять, хватит ко мне в прицел, сука, лезь. Сзади, пацаны. Танк. Мимо! А, долбоёб! Хорошо! Пайп, надо патроны, если мы тут тусуемся. У меня есть ещё аптечка есть. Я слышу, сзади ещё кто-то рычал. Да, токсик. Тут лежит гранатомёт, не нужен пока никому. Пометь! Вот он. Да. Вот, молодец. Или можешь мне взять его? Пили, если у тебя тяжелого нет. Не, у меня тяжелый есть, но я уже потратил тяжелый немножко. А это будет получше. Нулевый. Нулевочка, целочка. Танк, сзади танк. А мы уже вперед ушли. А я к вам уже не смогу забраться. Дима, а тут патроны. Если он сюда добежит? Добежит. Вот. О, лучший МПП. Блять, я сказал лучший МПП. Дайте мне вот эту штуку. Танк. А я говорил. Там еще и зомбари. Танка, а вот сейчас показать приедет, да, короче, за нами? Да вот он ее пытается чинить уже. Нам нужно тащить им к нему ебаные инструменты. И при этом дефать его. И дефа. А.
Так, крикун, крикун. Вижу, пижу. Это как название прям, вижу, пижу. Мачу Пикчу. Ебать, орда придет через... Ну, типа, в это время, пока орды нет, надо идти собирать, потом только деф. Она уже пришла, блядь. А, блядь, это плевон, думал, хули он не подыхает. Пацаны... Надо забить. Я нашел автомобильный запчасти. Я бегу с автомобиля. Я еще нашел автомобильные запчасти. Где вылазить? Гранаты все разобрали. Отлично. Пару этих ящиков поставьте, потому что мне они требуются под стимы. Забрал еще вторые. Бля, я бегу. Дима, прикрой меня. Давай, 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 давай. Блять. Гной. Ебать, тут. Бля, мне пизда наверх. А, стоп. Мы танка ебашим, мы танка. Все, танка убит. Дим по вене пошел. Кого? Деда. Пшел, нахуй, блядь. Дима, сзади, сзади. Все, я зарезал. Я понять не могу, где автомобильные запчасти, блядь. Куда надо помещать, пацаны? Да не. Это я пометил тогда. Сорян, но я хиляюсь сам. Вот у меня написано взаимодействовать. У меня мы, блять, меня сожрал. Ну пиздец. Надо собирать автомобильные запчасти, чего вы не это? Я одну понес. Два принесли. Ну все, я. Надо еще и вот открыть. Да, и единственная моя проблема, у меня патронов нет. У меня есть, но меня тут, блять, меня зажрали. О, меня это сделали зомби. Сразу же? Как? Не знаю. Я потом не заражен был. То, где, блин, что мы разрезали и не лечились. Я не понял, а где эти грёбаные запчасти? Вот и я не понял. И Диму положили. Ну, блядь, я как бы без патронов был. У меня только пистолет. Ну, короче, это ГГ. Не, пизда. Я сейчас через 7... Да уже поздняк, надо было это самое. Кому-нибудь бегать. А-а-а! Да. Не, там я реально непонятно. Там реально непонятно, где патроны. Где эти запчасти? Да. Ну, Дима одну пометил, я сбегал, забрал. И там еще, походу, я Дима были. Я одну забирал, да. Одну забрал, одну пометил. Блять. Блять. Да я боюсь представить, что на пятой сложности. Ну а если пройти хотя бы один уровень на пятой сложности? Блять, мы раньше мы эту раньше сложность как орешки вообще щелкали. Вот эту, на которую сейчас играем. Может они усложнили? Не знаю, сейчас что-то... По-моему, баланс немного изменился с тех пор. Стало немножко повеселее, но и сложнее при этом. Ну, те же ящики, я, допустим, не помню, чтобы раньше они опустошались. Не, ну до конца, кстати, ни один ящик еще не израсходовали. Хоть они это меч становятся, но как бы не кончились еще ни у кого. Но все равно тебе бесконечно дефаться рядом с ящиком невозможно будет. Да. То есть, мне кажется, как раз на четвертой или на пятой сложности они как раз вот для этого и сделали, чтобы они кончались. Чтобы на месте не стояли. Ты спать? Емте. Day in fucking paradise. Get behind us, Doc. Okay. Что хочешь сделать? Айфон. Зашквар.
там, чё ты решил? Чего? Сам на себя покричай, что за шквар. Ну, блядь, забей, короче, долго объяснить. Классно, смотрите. Ага. Вообще офигенно вот эти. Видишь, что у меня за спиной? Видишь? Оно да. Там лежало, блядь. О, миномет, отлично. О! Да я бы его и так отпиздил. Да ладно. Стандартный пулемет. Хуйня хуйней. А поставили вот тут. Ну опять по центру поставь. А, да вон. А, ну да. Там еще что-то лежит. Огнемет, Дима. Где? Я уже забрали. Че, начинать? Я убил вместо ракет. Да. Ракет говно. А тут ничего нигде. Вроде нету. Ой, там. Жром! Жром! Жром, блядь! Да режу-то я его, видишь, нет. Теперь выходим из этого кубока говна. Киньте вот сюда гранатку, где я. А то меня придавили тут массы. Спасибо. Да взял арбалет ебаный. И ему проебали из-за этого. Я не могу с ним стрелять, это хуйня, блядь. Поэтому я его не беру, хуйня, этот арбалет ваш. Не, арбалет заебись вещь. Он дамажит дважды. Сначала при попадании. Хо-хо-хо. Похуй. Если прикройте, то я кого-нибудь хильну. Но спасибо. Не хильну. Если тут, блядь, рымбач какой-то за пулеметом стоит. Не, я стоял за пулеметом, там слишком люто. Блять, меня положили. Да вот меня режут, тебе вообще похуй. Так и одну хуйня это какого. Если бы я не стрелял бы, эта толпа бы сянупно запиздила. ГГ. Ну да, на тему уразится. Хотя если меня поднимет... Вряд ли. Тогда шансы были бы. Бля, Тёма убегает. Тёма! Тёма, держись просто, не знаю. А, ну да, я не могу держаться. Ой, я встал! Я тоже, но я мертвым стал. Блять, ее положили. Ого, а как я так риснулся? Я живым стал, прикиньте, я риснулся сам. Я вижу. А по... Но тебе это не спасет. Блин, я первым делом к Диме подбежал, хотел его риснуть, пока меня не видит и зомби. Кинул гранатку, все как положено, и нихуя. Я просто заболел. Да, Дима заболел. Ой, все, короче, в трещину, я спал.